Achieved with CryEngine. Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Похищник, подходим к цели. Дети зеленые. Ладно, парашюты, маски. После выброски держитесь со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4... 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? А впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Вы видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют? Чертов парашют! И запасного нет. Держись, парень, ты над водой. Костюм должен погасить удар. Достаточно энергии. Номад, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Отлично. Теперь все в норме.
уже на марше. Шут на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Проверь глушитель. Маскировка недостаточно иначе. Пророк, это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. Да, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Номад, давай сюда! Я с тобой. Давай, пошли за Ацтеком. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то. Ацтек, ответь! Матре Санктистима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Пророк, помоги! Номад, шут, криву! Живо! Ну! Черт! Что это? Боже! Что же тут случилось? Ты слышал? Нравится мне это. Черт! Сукин ты сын! Шут, ответь! Что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но сдается мне, мы там не одни. Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно. Воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт. Никогда не привыкну. Адью, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Что за чертовщина? Связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Маскировка активирована. Недостаточно энергии.
Маскировка активирована. Отлично. Система заработала. Иди на место высадки. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Черт, они вызвали подкрепление. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Максимум брони.
недостаточно. Ты приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью крана. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило. Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ.
кто-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Недостаточно энергии. Что за черт? Мертв. Сукин сын. Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало, как мух. Если бы я только знал, честное слово. Отойди, я его уничтожу. Прощай, друг. Недостаточно энергии. Летим в оба. Впереди штаб корейцев. Прикрой меня, Номан. Псих, прикрой нас. Понял. Номан, иди со мной. Черт возьми. Вокруг одни трупы. Похоже, все чисто. Иди к фургону. Я сейчас попробую влезть на канал корейцев. Номад, вы с психом охраняйте периметр. Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей Розенталя. Номад, иди в разведку. Досмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет – заложник. Ясно? Ясно. Псих тебя прикроет, когда закончим. Недостаточно энергии. Тише, ребята. Впереди могут быть снайперы и техника. Иду к месту встречи. Остаюсь на связи. Номад, я займу высоту. Достаточно энергии.
Маскировка активирована. Копирую данные. Внимание! У нас есть точные координаты салона. Его держат в здании школы. Проверь карту. Пыль закатаем! На радаре что-то есть, похоже. Сюда и что-то есть. Целый флот, и все из-за нас? Не отвлекайся. Сейчас твоя задача найти заложников. Максимум брони. Достаточно энергии.
брони. Тише, милая. Что с тобой? Я в порядке. Кровь не моя. Бодовский. Его разорвало на куски. Мы думали, нас никто не спасет. Что вы так долго? Били проблемы с поисками вашего катера. Катера? Катера нет. Я вызвала Лэндли неделю назад. Никто не пришел. Мы пошли в гавань, но что-то... Что-то не пустило нас. Это что-то убивает людей. Где остальные ученые? Бодовский мертв. Все остальные на раскопе. К востоку от вертодрома над водопадом. Помогите им. Они сами не знают, что нашли. Проводишь нас, милая? Прости, милый, но я не пойду. Я еле выбралась оттуда. Слушай меня. Мы следили за работой Розенталя. Он раскопал статую в джунглях. Только это не статуя. Она передает сигналы. Они привели нас к постройке в горах. Розенталь говорит, что это памятник древней цивилизации. Но мы не уверены. Мы что-то разбудили. У нас мало времени. Спасите людей Розенталя и освободите остров. Что бы это ни было, оно не должно достаться корейцам. Извините, что вмешиваюсь, но у вас проблемы. В этот район направляется бронетехника. Лучше бы вам уйти оттуда. Займись этими танками, Номад, а я провожу нашу леди в безопасное место. Внимание, Номад! В этот район направляется бронетехника. Разберись с танками, и тогда мы сможем выйти. Пророк, я в здании правления у корейцев. Тут штаб.
Вижу карту какого-то научного объекта. Похоже, это раскоп. Достаточно энергии. Мы идем к раскопу. Понял. Это псих. Иду в точку эвакуации с заложницей на буксире. Понял, псих. Сообщи, когда она будет в безопасности. Номад, я нашел одного из ученых. Передаю координаты. Быстрее сюда. Достаточно энергии. Максимум брони. Следить за Розенталем. Чем их заинтересовал простой археолог? Его группа обнаружила следы культуры, существовавшей задолго до человека. Нас интересует, что именно они нашли, почему корейцы так тщательно это скрывают. Понятно. Я так и не смог достучаться до штаба. Похоже, опять глушилка. Надо найти и уничтожить. А пока мы сами по себе. Район, отмеченный на карте, в 3 километрах отсюда. Чем скорее мы закончим, тем лучше. Что за черт? Пророк, слышишь меня?
Пророк, ответь! Ответь! Черт! Недостаточно энергии. Вижу его! Дават, это майор Стрикланд из штаба. С вашим командиром только что пропала связь. Сигнал от костюма не поступает. Что у вас там за чертовщина? Пророк пропал. Повторяю, пророк пропал. У нас двое убитых, а пророка только что схватила какая-то тварь. Она уволокла его в джунгли, он обречен. Сейчас мы тебя эвакуируем в салон. Сиди тихо, я пока быстренько организую бур. Где-то рядом с корейской горкой. Уважаю, сынок, но помочь не могу. Наш спутник глушит корейцы. Если ты найдешь и обезвредишь генератор помех, я загружу свежие снимки и попробую найти твой разлом. Понял, майор. Максимум брони.
Недостаточно энергии. Генерал Кхон, послушайте. Результаты замеров крайне необычны. Надо понять, с чем мы имеем дело, прежде чем продолжать. Я уже устал ждать. Вы никогда не были так осторожным на раскопках. Я знаю, что было в Хундуку, что там. Это другое. Другие находки в Афганистане, в Сибири были сильно повреждены. Это первая целая находка в истории. Мы должны быть осторожны. Нет времени, доктор. Американцы уже на острове. Вопросы дипломатии меня не волнуют, генерал. А должны бы. Ваш Пентагон тут же все засекретит. Неужели вы думаете, что они предоставят вам такие же условия? Я понимаю. Мне просто нужно время. Съемка вот-вот завершится. Нас интересует только храм. Мне не нужны ваши черепки, доктор. Это не черепки. Это углеродный механизм. На 2 миллиона лет старше человечества. Сейчас это не важно. Храм – источник. Храм? Боже мой, да мы даже не знаем, что это. Не знаю даже, что будет, если его открыть. Так-так, пошли первые изображения. Что за... Не может быть. Там что-то движется. Не может быть. Боже, Кхон, остановитесь, не делайте этого, слишком опасно. Вы же не знаете, что внутри. Папа, что с тобой? Елена, останови его. Уходи оттуда скорее, они еще живы. Кто жив? О чем ты говоришь? Находка, она живая, она... О, Боже! Папа, мы зафиксировали всплеск излучения в твоем районе. Что ты сделал? Уходи оттуда, быстро! Что за...
Кто ты? Спецназ США. Пора выбираться отсюда. Слава богу. Хон и мои. Моя дочь. В той шахте в горах. Вам нужно найти их. Мы допустили ужасную ошибку. Что я наделал? Недостаточно энергии. Нама, мы зафиксировали выброс энергии в центре острова. Черт возьми, что там у вас произошло, сынок? Потом объясню. Я на раскопе. Срочно нужен борт. Он уже вылетел, сынок. Подходящая площадка в 5 километрах вниз по реке. Найди лодку и отправляйся туда. Тебе приближаются войска противника. Держись, парень, сейчас будет жарко. Недостаточно энергии. Что слышно насчет остальных ученых? Генерал Кхон держит их в шахте. Логично. Там сосредоточены большие силы противника. Что бы там ни было, нас туда пускать не хотят.
Увеличиваем броню. Достаточно энергии. Стрикланд, как слышно? Я тут не один в нанокостюме. Да уж, черт подери! У них же не должно быть этой технологии! Слабое утешение, но их костюмы выглядят как дешевые подделки. Нома, там еще кто-то остался. Сейчас исправлю. Максимум брони. Гриф, это Номад. Все чисто. Понял, Номад. Снижаюсь. Жди. Номад, мы ждем сигнала к началу штурма. Авиация скоро прибудет, а мои ребята уже готовятся к высадке. Встретишься с ними и отправишься в самое пекло. Надеюсь, ты готов к войне, сынок. Понял. Приветствую вас, сэр. Ты как, Номад? Я гляжу, ты живой, а? В курсе насчет пророка? Мне будет не хватать этого ублюдка. Теперь ты веришь? Похоже, Шут был не таким уж и чокнутым. Истинно так.
Так, это и есть нанокостюм, о котором все болтают? Эй, я тоже такой хочу. Ага. Станет дядя Сэм тратить миллион баксов на твою тощую задницу, Джонсон? Черт, вы все заткнетесь, когда я получу костюм. Я буду круче, чем ниндзя. Хочу на это посмотреть. Так, парни, мы в зоне боевых действий. Там внизу целая куча зениток. Я сделаю круг и сброшу ловушки. Потом садимся. Мы нарвались на корейцев. Их артиллерия долбит по этому хребту. Пригните головы, а то оторвет. Тогда зачем мы тут садимся? Либо пушки, либо зенитки. Пушки мажут чаще. Дальше я вас не повезу, господа. Гавань слишком жарко. Удачи вам. Черт, как же я хочу такой костюм! Санитар, принимайте раненых! И улетайте быстрее! Идите за мной, сэр! Стреляю! Недостаточно энергии. Ради бога, помогите мне кто-нибудь! Где эти чертовы врачи? Держись, приятель, мы тебя вытащим. Гольф Эхо, координаты ложись, 9-1-3-4-5-0-1-3. Господи боже! Оскар Ромео, координаты 0-1. Ястреб главный, мы не справимся. Нашу позицию засекли. Нас обстреливает артиллерия из гавани. Лейтенант, меня не волнуют ваши проблемы. Вы нейтрализуете ПВО, и вы удержите дорогу. Все ясно. Сукин сын. Все ясно. Что за черт? Еще один потеряли. Номад, у нас тут большие проблемы. В гавани стоят корейские зенитки. Самолеты бесполезны. Кто-то глушит наш радар. Надо добить уцелевшие зенитки, чтобы транспортники смогли сесть. Не слишком сложно? Тебе не сложно? Ну займись. Достаточно энергии.
недостаточной энергии. Достаточно энергии.
слышал. Достаточно энергии.
И какой же у нас план, псих? Я осмотрел гавань. У них тут стоит крейсер, набитый электроникой. Он и глушит спутники. Если ты с ним разберешься, мы сможем ударить с воздуха. Я осмотрел гавань. У них тут стоит крейсер, набитый электроникой. Он и глушит спутники. Если ты с ним разберешься, мы сможем ударить с воздуха. Нарубки
Недостаточно энергии. Господа, снимаю шляпу. Гавань наша. Мы идем дальше в долину. Возьмите один из танков и следуйте за колонной в тоннель. Ты ведь умеешь управлять этой штукой, так? Да, сэр. Псих! У штаба есть для тебя задание. Иди на подмогу к группе Альфа. Тебя ждет лейтенант Купер. Я займусь, босс. Береги себя, Номан. Когда все закончится, с меня пиво. Майк, шарахни по входу в тоннель и продолжим путь дорогу. Чисто, майор. Молодцы, ребята! Внимание всем, станция под контролем!
Включите авиацию. Отлично, авиация скоро будет. Спасибо, Намар. Продолжаем наступление по плану Альфа. Намар, авиация ждет. Здесь поблизости есть наблюдательный пункт. Я передал координаты на твою карту. Иди туда и подсвети цель, чтобы ребята ее разнесли. Понял. Стрикленд, я на месте. Вижу склад. Подогнать бульдозера из гавани, иначе не пройдем. Внимание, Намат! Дальше пока пойдешь сам! Понял. Достаточно энергии. Намат, как слышно? Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку и пришлю поддержку. Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Крон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Ты наверняка сможешь.
почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Достаточно энергии. Максимум брони. Занять оборону! Живо! Ну!
Недостаточно энергии. Максимум брони.
Кажется, я поняла. Наконец-то. Я зафиксировала необычное электромагнитное излучение. Параметры меняются. Там внутри явно что-то происходит. Послушайте, перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал... Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить... Хватит! Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. Береги силы. Твой нанокостюм отключен. Твой путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Мы все знаем, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Возможности безграничны. И ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало! Держи напряжение! Время. Прошу, вы не понимаете, что вы делаете. Действуем по плану. Она права! Остановитесь! Вы убьете всех! Боже мой! Молчать! Группа Альфа, внимание! Смотрите на великое свершение! Взрывайте! Взрывайте! Thank you.
максимум брони. Мисс Розенталь, надо выбираться отсюда! Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Кто он? Боец спецназа США. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Извини. Этого я и боялась. Слышишь меня? Слышу тебя, Гриф-4. Я еще там. Вход в пещеру завален. Есть другие выходы? Нет, Гриф. Только вглубь. Ладно, сиди тихо. Я пришлю подмогу, мы вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробую пробраться вглубь пещеры. Как скажешь, Номад. Но на твоем месте я бы позаботился о боеприпасах. Никто не знает, что ты там найдешь.
как слышно? Прием! Глиф, как слышно? Попробую усилить видеосигнал. Надеюсь, это поможет. Буду описывать то, что вижу. Я в каком-то туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Никогда такого не видел. Здесь темно. Холодно. Очень холодно. Заметил движение. Черт. Это та же тварь, что убила пророка. Стены необычные, как ракушка. Похоже на органику, надеюсь. Вы все это видите. Что за сила тяжести пропала? Стабилизирую себя с помощью двигателей. Надо только освоиться чуток. Недостаточно энергии. Черт, что это было? Такое ощущение, будто меня что-то выталкивает. Попробую все-таки пройти. Я здесь не один. Меня ударил. Черт, течение усилилось. Похоже, оно подсоединяет свои механизмы, чтобы обеспечить. Кажется, получилось. Недостаточно энергии. Достаточно энергии. Захожу в какую-то большую пещеру. Что это за место? Похоже, они меня заметили. Надо убираться отсюда. Недостаточно энергии. Захожу в какую-то большую пещеру. Что это за место?
Опять этот шум. Похоже, все может рухнуть в любую минуту. По пещере проходит какой-то провод. Выглядит как нечто живое, но, кажется, по нему течет ток. С определенной периодичностью. Попробуем выскочить. Достаточно энергии. Опять этот шум. Похоже, все может рухнуть в любую минуту. По пещере проходит какой-то провод. Выглядит как нечто живое, но, кажется, по нему течет ток.
совсем другие. Кажется, эти ворота открываются с определенной периодичностью. Попробуем выскочить. Где я? Черт возьми! Достаточно энергии.
здесь целая армия этих машин. Кажется, они готовят вторжение. Что за черт? Thank you.
достаточно энергии. Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Максимум брони. Что там творится? Можешь толково объяснить? Рад бы, майор,
но я сам не понимаю, что здесь происходит. Что бы это ни было, я в самом его центре. Вся гора окружена какой-то энергетической сферой. Чудо, что ты вообще еще жив. Мы покидаем остров. У меня пропал отряд морпехов как раз в твоем районе. Передаю последние известные координаты. Посмотри, что с ними. Есть. Но не думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил. У входа в долину развернут пункт эвакуации. Всех, кого найдешь, беги туда. Стрикленд, это Номад. Нашел твоих морпехов. Живые есть, сынок? Никак нет, сын. Выживших нет. Черт, уже два взвода положили на этой горе. Ладно, надо вытаскивать тебя отсюда. Попробуй добраться до края сферы. Я что-нибудь придумаю. Тебя надо подлатать. Мне нужно найти укрытие. Костюм долго не протянет. Держись, пророк. Мы выберемся отсюда. Максимум брони. Недостаточно энергии.
двигаться! Держись, Пророк, мы выберемся отсюда. Держись, Пророк, мы выберемся отсюда. Максимум ранен. Достаточно энергии. Бейте, бейте! Бейте!
недостаточно энергии. Солдат, стоять! Группа хищник! Генерал Старки! Директор говорил, что вы выиграли. Черт, мы не думали, что вы доберетесь. Видели кого-нибудь из наших? Внутри этой штуки минус 200. Живых там нет. Живых людей, точнее. Что вы там нашли? Кто это за чертовщина? Не знаю. Где твой командир? Сержант Киган, он внутри. Айдаха, главный, это сержант Киган. Мы в ловушке. Нужна немедленная эвакуация. Там внизу полный хаос, сержант. Я не могу рисковать еще одним бортом. К тому же у нас раненые. Прорывайтесь через долину в пункт эвакуации. Вас понял, майор. Рад вас видеть, ребята. Похоже, помогать нам не будет. Нам очень пригодились эти костюмы, когда похолодало. Я должен проводить этих людей через долину в пункт эвакуации. Они отзывают войска. Сэр! Новая группа противника! Держать позиции! Стреляй! Мы подразделяем пятерни! Мы подразделяем пятерни!
Дверь не открывается. Вам не горюйте. Прошу вас, выведите меня отсюда. Алла, прикрой меня, а я попробую освободить ее. Мы покидаем остров. Бегом в пункт эвакуации.
отбиваемся, пока не увезут всех раненых! Держите шляпы, господа. Сейчас будет весело. Ситуация полное дерьмо. Впереди несколько летучих гадов, да еще и погода ни к черту. Проклятие, мы под обстрелом! Держись, держись! Пилот ранен. Откройте кабину. Быстрее туда, лейтенант! Мы падаем! Тяни! Тяни! Гриф 1-4, это командир. Как слышно? Командир, это мы. Слышно хорошо. Пилот убит, возможно, двигатель поврежден. Я могу управлять этой штукой, но я не пилот. Жду указаний. Понял. У тебя отказал второй двигатель. Иди на малой высоте, не перегружай первый. Мы эвакуируем всех на Конституцию. Видишь своих впереди? Так точно. Вот иди к ним. Они выведут тебя из долины. Держись с нами, Номад. Тут в лагере прямо по курсу наши морпехи ведут бой. Забираем их. Конвой в воздухе идет к вам. Расчетное время 5 минут. Понял. Номад, зайди сверху и прикрой взлет. Понял. Впереди противник. Номад, в атаку. Так мы приземлились. Номад, прикрой нас, пока мы грузим раненых. Thank you.
взлетать. Аман, зачисти район. Чем скорее они взлетят, тем лучше. Отбой. Понял. Понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь немедленно. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад! Прикрой взлет! Отбой! Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перегруз. Можете прислать борт? Понял, 2-0. 1-8, 6-5. Заходите на посадку для погрузки. Номад, прикрой их с воздуха. Понял, командир. Номад, прикрой нас.
Черт, они слишком быстрые! Уже успели окружить колонну! Наши ребята там еле держатся! Черт, колонне конец! Мы им уже не поможем, нужно выбираться отсюда! Командир, колонна уничтожена! Возвращаемся на базу! Разрешаю, выбирайтесь отсюда пока можете! Номад, мы возвращаемся на базу! Давай за нами, мы тебя выведем! Как я вам? Мы все еще живы, лейтенант. Ты молодец. Командир зарядов, продолжайте работу по плану. Номад, слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Пилот решил взять с собой.
Эй, Номад! Полюбуйся на этого урода! Да, да, псих прихватил небольшой трофей. Эй, осторожно! Адмирал рехнется, когда увидит эту дрянь. Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких вот генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Иди, увидимся позже. Вперед! Адмирал тебя ждет! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Лейтенант Платфорд, пройдите в техчасть. Лейтенант Платфорд, пройдите в техчасть. Лексингтон атакован. Приближайся к нему. Вся авиация с него летит к нам. Пойду поищу пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Стрикланд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Это так. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда. Действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр. Нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора — гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр, только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду вооруженный. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Ваш командир прошел вооружение. Он, наверное, ждет вас. Лейтенант Нойман, пройдите на полетную палубу. Лейтенант Нойман. Нужно пройти в оружейную. Возвращайтесь. Эй, спецназ, а ты правда был внутри этой штуки? Ты там был. Да тебе за такую медаль должны дать не меньше. Вам в другую сторону и направо. Ищите оружейную? Пока.
коридору и направо. Я слышал о ребятах Кигана. Поверить не могу, что не поднялся. Командующий Дур, пройдите на мостик. Командующий Дур, пройдите на мостик. Я провел... Номад, ты живой. Эй, Номад. Садись, приятель. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, Бон. Вы просто этого не поняли. Механизм пуска очень сложный. Мы в ближайшую неделю не разберемся. А вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я халат. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил избыток энергии в гидросистему, как просил. В общем, все готово, майор. Доктор Джилспай, мне надо проверить нано-костюм Номад. Мне сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Эй, босс, куда это ты? Кончать со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Так, чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Доктор Розенталь, пройдите на мостик. Доктор Розенталь, на мостик, быстро! Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик. Красавица. Такие редко идут в науку. Эх, будь она 10 лет моложе. А, вот и она! Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное орудие разработано специально под нано-костюм. Опытный образец, еще даже не испытан. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Опробовать можно? Нет. Так, думаю, все готово, лейтенант. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпением. Вам лучше пройти на мостик, лейтенант. Моррисон ждет. Номад! Осторожнее с этой шуткой! Спокойно, я знаю. Господа, это адмирал Моррисон. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена. Но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете угрожает реальная опасность. Что бы ни случилось в ближайшие несколько минут, я рассчитываю, что каждый из вас выполнит свой долг с честью и мастерством. Итак, занимайте боевые посты и готовьтесь. Что? Зададим им жару, ребята. Майор Бернс, это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс! Что он делает? Сэр, поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск.
Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция, штаб. Это мародер 1. Есть захват. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер 1. Прием. Готово, сэр. А если вы ошиблись, адмирал, вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Есть, сэр. Мародер 1, это Конституция, штаб. Зеленый свет. Доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, понял, что вы правы. Вы, я и остальная планета. Отставить, Номад! На корабле творится черт знает что! Эти твари лезут прямо сквозь борты! Выходи и сражайся, солдат! Мы не можем отступить! Дверь заклинила, лейтенант! Что стоит? Выбей ее!
механизмом подзарядки с помощью твоего нанокостюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Да, у меня всегда проблемы.
максимум брони. Мне это делать.
Уходите! Thank you.
броню. Держи высоту!
достаточно. Держись! Давай, псих! Вперед! Живо! Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Кто там? Да ты не поверишь, браток. Это Пророк. Он жив? И похоже, еще брыкается. Засекай его координаты. Возвращаемся.